Все. Добрый день, посетители портала Katran.com. В этом видеосюжете я расскажу про подводное ружье Crazy Sub SL Star. Ружье существует в трех модификациях. Длина 40 см, длина 70 см и самое частое используемое — это длина 55 см. Итак, по порядку. Ружье комплектуется таким полиэтиленовым чехлом, который поможет донести вам ружье до дома. К ружью в комплекте идут следующие детали. Гарпун из гальванизированной желтой стали. К нему идет стандартный штатный наконечник, скользящая втулка пластиковая, пружинка, которая выполняет роль амортизатора, и шайба, которая центрирует гарпун в надулике ружья. Идет штатный насос для накачки ружья. Обращаю ваше внимание, насос не имеет крышечки. Бывали случаи, что когда люди покупали ружье и приходили снова в магазин за крышечкой. Крышечка в комплекте не идет к этому ружью. Паспорт на итальяно-английском языке. Заряжалка пластиковая. И 4 метра штатного линя. Теперь подробно о ружье. Это одно из самых хитовых ружей, одно из самых продаваемых, часто используемых, надежных, очень популярное ружье. Начнем с рукояти. Рукоять выполнена желтым цветом, что поможет найти утерянное ружье в мутной воде. Рукоять имеет специальное крепление, можно для заряжалки, можно для буйрепа, для чего угодно. Довольно большое отверстие под палец. Снабжено ружье предохранителем желтым, который взводится нажатием на него, и я уже не могу выстрелить при таком нажатии. И обратно могу выстрелить. Это очень легко делается большим пальцем, то есть я могу большим пальцем нажать, а указателем. Довольно тяжело, конечно, это будет в перчатке, но нажать обратно. Значит, линесброс в ружье пластиковый, находится под курком. Работает при нажатии курка вот таким образом. Вот давление линя, нажимаю, и он сбрасывает. Вот. Он довольно надежный, но со временем он все равно сломается. Вот. Поэтому рекомендую вам к ружью сразу брать магнитный линесброс. Далее, ружья с регулятором боя снабжены этой функцией. Положение вниз уменьшает силу боя, положение максимум увеличивает силу боя. Стравливать и закачивать ружье нужно только в положении максимум. Ресивер ружья 40 см. Ружье имеет прицеливающуюся мушку. Вот, ствол ружья 13 мм, выполнен из алюминия. В принципе, все. Значит, для наших рек-водоемов я рекомендую ружье длиной 55. Вот. Для очень мутной реки и охоты не на большую рыбу я рекомендую ружье 40. Оно довольно не мощное, оно подойдет на окуньков, маленьких карасей. Вот. И длинное ружье я рекомендую брать при большой прозрачности воды в карьере, либо при охоте в море.